Port. Куплю колыбельку, найму красавчика на свадьбу подружки. Меняю дырявый горшок на бричку. Тут пишут эти объявления. Ведьмака ищите? Кого-нибудь, кто убьет чудовище? Ведьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое, злое, гадкое. В каналах оно. Если тебе интересно, иди в имение Гарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Это он дал объявление.
Вот как так жить, ведьмак? Выпить ты любишь, а? В этом Велине правда беда такая? От похмелья колбаса лучше лечит, чем рассол. Добро пожаловать в Семь Котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Что можно поесть? Прощай. Так это ты, брат, королей порешил. Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо быть. Башка-то как крутится! Добро! Давай монету! Решка, пойдем главный хлеб отгонять! Эй, белоголовый, думаешь, в два меча? Это должно быть доброго, та самая деревня из контракта, только что-то тут тихо.
Трупоеды, прекрасно. Случилось что-то недоброе, даже до того, как пришли трупоеды. Тело разорвано трупоедами. Непонятно, что убило беднягу. Меча. Этот богато, особенно для Велена. Голова лешего отрезана острым ножом. Новое дело. Кажется, кто-то меня опередил. Огонь еще горит. Это случилось недавно. Резанные раны, неглубокие, но все по артерии. Зараза! Засов расколот пополам. Вилы. В ближнем бою опасное оружие. Кровь. Смешана с чем-то еще. Этот запах. Алкоголь, склеродерма, волкобой. Какой-то эликсир. Это не крестьянская кровь. Рука отрублена выше локтя. Одним ударом. Пышные усы, пухлые щеки. Кто-то важный. Погиб отколотые раны. Клинок прошел между ребрами. Прямо в сердце. У него что-то в руке. Цепочка серебряная. Он сорвал ее с кого-то. Странно это все. Может, в деревне я найду еще какие-нибудь следы? Распоротое брюхо. Наверняка погиб, защищая хозяев. Первый удар в шейную артерию, второй в бедренную. Он умер быстро, даже не успел защититься. Стой! Стой! Зараза! Кукла и следы детских ног. Спокойно, я тебе ничего не сделаю.
Успокойся, маленькая, я хочу поговорить. Оставь меня! Убийца! Убийца! Ты что-то напутала, я... У тебя тоже кошачьи глаза, как у него. Потому что я ведьмак, я убиваю чудовищ. Он тоже так говорил. Ты видел, что он сделал? У него было два меча, как у меня, за спиной. Ничего не скажу. Уходи. Это ведь твоя кукла? Моя. А как ее зовут? Веснушка. Красивое имя. Отдай мне ее, пожалуйста. Веснушка говорит, что не поедет со мной. Вот, возьми. Ну, хорошо. Может, ты мне все-таки расскажешь, что здесь случилось? Для меня это важно. Ну, в лесу завелось лихо. Дядюшка Себемир сказал, что надо позвать ведьмака. И пришел один такой, совсем как ты, только... Смотрел он как-то злобно. Принес башку лихо. Только дядюшке Себемиру что-то, видно, не понравилось. Очень они друг на друга кричали. Ну, а потом пошли в хлев, и там... Там... Об остальном я догадываюсь. Меня он отпустил. Не знаю почему. А потом пошел вон туда, в сторону круга, куда мы приносим дары богам. Я спряталась в хлеву и нашла вот это в сене. Школа кота. Спасибо, ты мне очень помогла. Что теперь с тобой будет? У тебя здесь есть родня? Тетя. В руднике. Я отведу тебя к ней. Но сперва надо заняться этим нехорошим господином. Никуда не отходи и не шуми. Поняла? Сиди тихо. Если он правда пошел в сторону круга, стоит начать оттуда. Это, похоже, тот каменный круг. Ну, посмотрим. Следы ног. Едва различимые. Должно быть он. Ну что, паскуда? Далеко. Надо же, кто-то пришел. Доспехи кота, а медальон волка. Какой-то полукровка, а? Ты кое-что потерял. Надо же! Ты дал себе труд проделать такой путь, чтобы вернуть мне медальон? Благодарю. Цеховая солидарность все еще жива. Ага. А цеховая репутация чувствует себя уже хуже. Люди нам этой резни не забудут. Да ладно. Несчастный случай на производстве. С каждым может случиться.
Ну, что тебе еще надо? Сперва я хочу поговорить, а потом поглядим. Тогда садись. Я постою. Говори. Что случилось в Доброве? Как будто ты сам не знаешь, что случилось. Угадай, сколько они мне хотели дать за того лешего. Ну, угадай. Пятьдесят крон? Ха-ха, вряд ли. 12. Понимаешь, брат, 12 грёбаных крон. Да мне компоненты для эликсира дороже встали. А какой был уговор? В несколько раз больше, конечно. Но как пришло время платить, ты ж знаешь, как оно. Ваша милость, детки голодные, война, ради бога, смилуйтесь. Звучит знакомо, но это не повод убивать. Я еще не закончил. Но я им сказал, что не смилуюсь. Ну, мол, если не увижу своего золота, то леший им добрым дедушкой покажется. Рожи у них вытянулись, староста в конце концов уступил. Не беспокойтесь, ваша милость, ведьмак. Мы с кумовьями припрятали золото в хлеву, чтобы баронские войска не покрали. Пойдемте, сейчас все заплатим. Ну и все, я повелся, как ребенок. Один меня заболтал, а другой вогнал вилы в спину. А ты, значит, решил вырезать всю деревню? А ты бы что сделал, а? Отправил бы воеводе письмо с жалобой? Честно скажу, я тогда вышел из себя. Я уже привык, что скверно платят, что обманывают, что сперва умоляют о помощи, а потом плюются при встрече. Но убивать, чтобы сэкономить пару крон, и я должен этих сукиных детей защищать? Я вытащил свой стальной меч и убрал только тогда, когда земля намокла от крови. А почему ты пощадил ту девочку? Потому что... неважно. Было бы неважно, я бы не спрашивал. Говори. Она напомнила мне сестру. Такой я ее запомнил, когда меня забирали в школу кота. Что с ней? Умерла каких-нибудь 10 лет назад. От старости. Ну, вот мы и поговорили, как ведьмак с ведьмаком. Что дальше? Что ж, не мне тебя судить. Только и всего? Ты что, даже не будешь мне читать мораль, учить жизни? Люди называют меня мясником из Блавикина. Есть за что. Я знаю, как оно бывает иногда. Просто летят головы. Погоди. Я не такой говнюк, как те крестьяне. Ты заслужил награду. На, возьми вот это. Здесь координаты моего тайника. Бери, что захочешь. Бери, бери. Благодарю. Нет, это я благодарю. Удачи на пути, волк. Возвращаться к малышке, пока ее кто-нибудь не учует.
не обидел. Вам не нужно его бояться. Так ты отведешь меня к тете? Тут страшно. Конечно. Пойдем. Ну, может, ты возьмешь меня на плечи? Тогда пообещай не дергать за волосы. Обещаю. Ну, поехали. Милка, а ты что тут делаешь, негодница? Я? Ты ведь у нас в деревне, там никого. Я все объясню. Иди в сторонку, поиграй немного, хорошо? В Доброве была резня. Никто не выжил. Кроме этой малышки. Боги, что там случилось? Бандиты напали? Их убило чудовище, леший. На него уже был заказ, но я опоздал. Да что ты? А ведь такая хорошая деревня была. Люди добрые в ней жили. Добрые, порядочные. Жалко их. Ох, как жалко. Ты о ней позаботишься? По правде, лучше бы она с вами осталась. Забавно. Раньше люди умоляли, чтобы мы не забирали у них детей. Раньше такой нищеты не было. У меня четверо внучат. Было шестеро. Прошлой зимой мы двоих похоронили. На супе из коры тяжело прожить. Возьми деньги. Это на еду. Только на еду. Если я сюда загляну и вижу, что вы тут водку пьете. Так много? Пусть вас боги хранят, сударь-ведьмак. Пусть они вас не оставят. Ну, мне пора. Уже? А почему? Такая судьба у ведьмака. Всегда в дороге, всегда на пути. Ты будешь меня навещать? Может быть. Не скучай. Милка, пойдем купим немного муки. Тетушка тебе оладушков напекет. Ну, согласна? Уже прогнал всех чудищ. А красивая у тебя висюлька. Три.
торчать, как хер на Ивана Купала. Хочешь, так залазь. Проверь, что это не бабушка. Пусть Борька лезет. Он и так уже на одну ногу, так что много не потеряет. Скоро из тебя спустится. Ведь как вы, блядь, не научитесь? Туманник, гуль, кладбищенская папа. Интересно, почему он не отдал трофеи? Наверное, тогда его тоже пытались обмануть. Давай, плотва! Такой герой, да?
а тебя не проведешь, верно? Вот бы такой дождь пошел, как яровые сейки. Oh.
За мать ее. Приветствую, незнакомец. Не найдется ли минутка для беседы? Из Афира путь не близкий. О, долгий и полный опасностей. Но, как говорят у меня на родине, риск — это честь. Я это запомню, хоть и не могу согласиться. Пойти на риск способны многие, а вот с честью у людей проблемы. Ибо важно, с какой целью ты идешь на риск. Я прибыл сюда встречать неизведанное и добывать славу для себя и для моего владыки. Нужно познавать мир. Открывать новые земли, добывать знания и делиться ими. Ах, есть ли в жизни более прекрасное переживание, чем восторг от нового и удивление неустанному труду сотворения мира? Значит, это лагерь первооткрывателя и философа? Разумеется. Я хочу изучать ваши обычаи, обмениваться знаниями, торговать с вами. Пожалуйста, расскажи мне о своей родине. Конечно, если у тебя есть время. Если у тебя оно есть, о своей родине я могу говорить часами, пока ты в силах слушать. Земля, которую вы зовете Афиром, на самом деле дом для многих стран и народов. Афир — это бескрайние степи, неприступные горы, чистейшие озера и непролазные чащи. Это павшие империи, царства в зените славы и племена, не знающие царей, но хранящие сказания о временах, когда мир был молод. А из каких мест родом ты сам? Я из города, чьи чудеса затмили бы золотые башни Нильфгаарда. Это отчизна философов, врачей, математиков и чародеев. О них лучше расспросить моего друга, ведь он сам мастер рун. Я его расспрошу. Могу я посмотреть, какие товары вы привезли из Афира? Нравятся ли тебе мои товары? Даже очень. Я мог бы тебе предложить настоящее сокровище, если бы не потерял свои чертежи. Как ты их потерял? Меня обокрали. Однажды в дороге на мой отряд напали местные разбойники. Я оплакиваю не столько чертежи, сколько потерю друга, которого они убили. Я попробую вернуть тебе твои чертежи. Предметы, сработанные по этим чертежам, достойны королей. Ты помнишь, где на тебя напали? У перекрестка дорог, неподалеку. Прости, я плохо знаю округу и не могу указать точнее. К северу от того места были руины какого-то имения.
Думаю, я справлюсь. До свидания. У тебя хороший жеребец. О, да. Бальбека – мой верный друг. Он мудрее многих людей. Мы выиграли множество скачек. Так ты не только исследователь, но и наездник? В наших краях даже маленькие дети ездят верхом. А конные скачки – любимое развлечение. Я наслышан о резвых афирских жеребцах. Не хочешь ли устроить состязание? Наши кони стремительны, как западный ветер, и я с радостью это докажу. Будем состязаться. Афирские жеребцы быстры, как ветер, но мой конь ни в чем им не уступит. Поздравляю. Прошу, прими это седло в награду и на память о нашей гонке. С ним ты сможешь скакать еще быстрее. Благодарю. Как тебе новая одежка, платва? А, то, как ты относишься к своему коню, многое о тебе говорит. Один из наших мифов рассказывает, как небо и степь полюбили друг друга, и от их любви родилась кобыла. А, люди тогда были слабы и страдали от разных бед. Кобыла кормила их своим молоком, и люди стали сильны, а затем позволила оседлать себя. Так люди стали воинами. Предание учит нас уважать коней, благороднейших из животных. Красивая легенда. Спасибо за нее и за состязание. До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров! Рад. Могу я посмотреть?
До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь... Приветствую. Привет тебе, и да славится вечное дело сотворения мира. Ты только не обижайся, но прославлять в этом мире особо нечего. Нордлинги, вечно на все жалуетесь, ходите с кислыми минами. Человек поздоровался, а вы уже готовы в драку кидаться. Ну, в этот раз уже как будто я жалуюсь, а ты, видно, пришел по делу. К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать. Я лишился всего имущества вместе с инструментами. Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова для моей профессии. Я ученый и художник. Немного ремесленник, а немного маг. Слышал ли ты... о геомантии или о рунотворстве? Не слышал, но слово «рунотворство» говорит само за себя. Верно. Но я не только создаю магические руны и глифы, но и связываю их в могущественные слова силы. У моего искусства также есть магическое назначение. Правильно подобранными руническими камнями можно укрепить меч, а сложенное из них слово даст оружию большую силу. То есть я могу составить слово из глифов и укрепить им оружие. Иногда люди нанимают меня выручать их из беды. Мне уже случалось отыскивать потерянное добро. Мне ты ничем помочь не сможешь. Корабль, на котором я плыл, утонул в открытом море. А купить новые инструменты религия не позволяет? Их делали под заказ по моим эскизам. Стоили целое состояние. А все деньги, что я вез с собой сейчас в темной бездне, вместе с инструментами. Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным. Кроме того, я решил не бросать тебя в беде. Я раздобуду для тебя деньги, а ты взамен изготовишь для меня руны и глифы. Ты уверен? Речь идет и правда о значительных суммах. Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов, не говоря уже о более сложных, а тем более глифах мастера. Не боись. Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением. Интересно, что тебя сюда привело? Просто жажда знаний. Мой мастер научил меня всему, что знал сам. Я выучил все языки соседних стран, затвердил имя каждого растения и каждого зверя. А стоило рисковать, отправляясь в столь далекое путешествие? Дома я мог бы жить в достатке и уважении. Так ценны и прекрасны мои творения. Но в этой жизни я не мог бы реализоваться. Мир велик и разнообразен. И он все время создается снова. Наш мир — это загадка. И он говорит с нами через символы. Я хочу выучить язык мира, понять знаки, которые он нам посылает, и порядок их написания. Так я постигну принцип творения. Когда ты рассказывал о своем искусстве, ты говорил как человек веры, не как ученый. У вас вера и наука разделены, а там, откуда я родом, святые отцы — это одновременно и ученые, которых ценят за их мудрость. В каких богов вы верите в Афире? Это зависит от региона.
Меня воспитали в вере в единого Бога, который и есть мир. Бог говорит с нами через символы, а мы приближаемся к Нему, изучая Его язык. Символы — это руны и глифы? Это лишь знаки, вымышленные людским умом, чтобы проще было описывать мир. Однако в них есть магическая сила, а всякая магия идет от Бога. Когда я творю руны, когда складываю их в слова, я молюсь. А когда заклинаю ими меч, то даю благословение. У меня при себе есть деньги. Этого хватит? Ну, для начала. Дорогостоящее ремесло. Мало того, деньги — это еще не все. Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень. Я посмотрю, что удастся сделать. Свои седые вымыл. Кажется, небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда. Попытаю удачу там. Пошла.
Пошла. Здесь стоит осмотреться. Кровавая была драка. У людей из каравана не было ни единого шанса. Следы уходят на север. След исчез. Надо осмотреться. Может быть, смогу снова его отыскать. Кого-то ранили. Этот кто-то истекал кровью. Ну, посмотрим. Судя по кровавым следам, у них был заложник. Когда им надоело его тащить, они бросили его умирать. Потерял след. Надо поискать что-нибудь еще. Нашел. Сюда. След обрывается. Ха. Люк, присыпанный землей. Секретный проход.